Коротко, Андрей, я представитель компании System Sensor. Здесь мы вам представляем непосредственно образец стенда, который показывает, насколько эффективна система аспирационного обнаружения, в отличие от стандартных пожарных дымовых излучателей. Система аспирационного обнаружения производит отбор проб воздуха непосредственно в защищаемом помещении с последующим анализом данных проб на дымовые составляющие. Данные системы обладают высокой чувствительностью, что располагает к раннему обнаружению пожара и ликвидации его на стадии возгорания. Здесь непосредственно на сцене предоставлен извещатель 8120E, флагман компании System Sensor, который имеет очень большие функциональные возможности как по защите, так и по оповещению, по реализации этих возможностей по защите определенных помещений. С помощью данного стенда мы как бы продемонстрируем действие данного извещателя по защите IT-структуры такого оборудования, как информационные стойки. Ну, как вы видите, вот данный извещатель, он отражает непосредственно состояние оптической среды в дымовой камере. Имеет сейчас, на данный момент, он имеет уровень закаленности 0%. При включении извещателя рация о камере. Для опыта используется резистивный элемент. Резистор мощностью 0,5 ватта для создания той среды, как бы подобной среды при возгорании элементов в IT-стойке. Вот. Ну, сейчас в определенное время необходимо должно быть, чтобы резистор нагрелся. И произошло непосредственно возгорание. Аспирационный извещатель непосредственно контролирует оптическую плотность защищаемого пространства, что отображается на индикаторном дисплее. Уровень запыленности соответствует, каждый уровень соответствует 10%. То есть, как бы вы видели, по определенному времени, прошло примерно около 10 секунд, извещатель уже выдал нам сигнализацию о том, что в камере произошло возгорание. А по обычному точному извещателю в камере установлен извещатель профи с высокой чувствительностью 0,6 децибел на метр. То есть, когда аспирационный извещатель уже отреагировал на произошедшую составляющую, обычный дымовой извещатель еще в раздумье и думает, когда это может произойти. Обычно дымовому извещателю хватает необходимо по времени около 3-4 минут для определения и выдачи сигнала пожара. Итак, новая продукция компании System Sensor, новое направление – это речевые оповещатели. На данном стенде предоставлен спектр речевых оповещателей, который предоставляет наша компания для реализации системы трансляции оповещения. То есть здесь вы видите как динамики внутреннего исполнения, речевые оповещатели внутреннего исполнения, так и речевые оповещатели наружного исполнения с определенным соответствующим IP и уровнем защищенности. Определенный интерес вызывает серия System Sensor EVA 18 и 19. Данные оповещатели реализованы согласно европейского стандарта EN5420, в которых реализованы следующие составляющие, как огнезащитный корпус, термостойкие провода и керамические терминалы для подключения. Наиболее большой интерес может вызвать аппаратура для реализации системы речевого и трансляционного оповещения. На данный момент представлена система оповещения третьего типа, с реализацией контроля линий и не
непосредственной интеграции с помощью специального блока в систему пожарной сигнализации. Также предоставлен блок из серии Compact, который включает в себя три устройства. Это микшер, усилитель, проигрыватель и селектор зон. Усилитель данной системы составляет порядка 260 Вт.